Привет! Это Челябинск. Мы еще любим, чтобы нас называли Танкоградом. Мы гордимся нашей промышленностью. Но сами же на нее и жалуемся. Да, это Россия, но не Москва и не Питер. Здесь жизнь идет по другим правилам. Тут принято гордиться спортом. Про суровость так вообще молчу. И может, этот город действительно заслужил метеорит? Славная история, великие победы — все это в прошлом. А что сейчас? Честно? Здесь часто говорят, что пора валить. Но мы остаемся. Самые сильные из нас не жалуются, а берут и делают. Делают этот город лучше. Вот настоящее испытание для суровых ребят. Тяжело? Ха. Мы не боимся трудностей. И да, нам никогда не стать столицей. Нам этого и не надо. У нас есть наша история, наша природа, наш дом. Этот город создаем мы, чтобы остаться. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.